привет, фанаты строительной техники и машинок! Опаньки, смотрите, какая красота ко мне прилетела! Это JCB, строительная техника для самых маленьких, от 3 лет тут указано. И сегодня мы посмотрим на эти машинки, протестируем их. Ну, это по-настоящему строительная техника. Все, кто увлекается стройкой, всякими тракторами, знают эту фирму. То есть она достаточно популярная, и это еще не все. Валюша, зашлите мне, пожалуйста, еще. Что там у нас есть? Опаньки! У нас сегодня на распаковке вот такой погрузчик. Как раз у нас сейчас возле дома идет ремонт ДК местного. И там используют такие погрузчики, они асфальт грузят и все такое. И есть вот самосвал, куда мы можем грузить всю эту красоту. Давайте я, наверное, вот так поставлю. Хопа, хопа. Давайте. И есть у нас вот этот, как его называют? Грейдер, скребер. Экскаватор. А это машинки необычные. Кстати, кто смотрел мои выпуски «Игрушки-патруль», те помнят, что мы постоянно, я когда был в детских магазинах, я постоянно тыкал эти машинки, и меня прикалывало, как у них колеса ездят. Давайте я вам сейчас это покажу. О, вот так я подходил и жмал вот сюда. Сейчас поедет. Что это? Это вообще жесть, слушайте. Смоки побежал. Вы это слышите? Вы это слышите вообще? Смотрите, я сейчас посигналю всем, и мы начнем распаковку. Первый сигнал. Второй сигнал. И третий сигнал. Слушайте, мелодия одна и та же, но звучат они по-разному абсолютно. То есть вот этот глухой звук, а вот этот более такой тоненький. Давайте мы сейчас аккуратненько откроем. Начнем, наверное, мы с самосвала, потому что в самосвал нам надо будет... А, нет, получается, нам надо будет сначала поднять камни. Тогда, чтобы поднять камни, нам нужен погрузчик или нет, или экскаватор. Давайте погрузчик. Значит, мы сегодня будем играть в машинки. Да, мы сегодня играем в машинки с моим оператором, женой. Всем привет! Да, всем привет! Вот ссылочка на все эти машинки будут в описании. Могу сказать вам точно то, что JCB это сейчас лучшее приложение на рынке за эти деньги. А деньги, правда, они стоят небольшие по сравнению с конкурентами. Давайте открывать. Как ты открываешься? А он не хочет открываться. В комплекте мы нашли инструкцию по безопасности, то есть для детей от 3 лет, чтобы никто там никакие запчасти не отгрызал и не кушал их. И также тут, видите, вот так снизу все закручено. Сейчас мы скотч срежем и раскрутим их. Сразу вам покажу, чтобы у вас не было проблем с вот этими винтиками, болтиками. Их просто поворачиваете чуть-чуть против часовой стрелки или против, или по часовой, без разницы. Потом вынимаете спокойно. Видите, хоп, она вынулась. И все. Наш аппарат готов к работе. Я таких машинок раньше вообще нигде не видел. То есть именно по функционалу. Работает наш агрегат от 3 батареек мизинчиковых. 3А формата. Так. Жмем один раз. Посмотрите, он прет как. Так, еще раз нажму. Теперь он едет назад. Вы только посмотрите, какой он резвый. Жму еще раз. И он нас... Блин, вообще прикольная игрушка, слушай, Валюша. Так, теперь смотрите, еще приколюхи. Здесь есть кнопочки сверху, вниз и вверх. Жму вниз. А, нет, это я нажмал вверх. Вверх он поднимает ковш. Жму вниз, он опускает ковш. И звуки. Послушайте звуки. Звуки просто шикарные. Теперь еще разочек. Вау! Еще он не просто открывается, он как самый настоящий самосвал, у него ковш тоже, видите, двухсоставной. То есть он может и выгружать, и то есть вот так вы можете двигать руками направление. То есть если вам надо что-то разгрузить, вы вот так нажимаете вниз, и он опускается, и он выгружает. Также можете спокойно его двигать руками, он ничего не сломается. Но если вы хотите по красоте все делать, то, разумеется, нужно нажимать вот так. Хоп, смотрите, он даже приподнял себя сейчас. Теперь вверх. Я таких машин, кто знает на рынке, где можно купить, ну то есть в других магазинах, еще что-то похожее, я нигде такого не видел. Так, еще разочек для вас. А, еще есть сверху маленькая кнопка квадратная, она просто делает сигнал. Так, нужно опустить ковш. Посмотрите, у него еще и фары горят. Видно, как фары горят? Надо будет потом свет я выключу и покажу вам, как фары горят в темноте. Теперь давайте протестируем его функционал. Сможет ли он справиться, к примеру, с камушками? Так, у меня есть камушки. Давайте мы насыпем вот так чуть-чуть. О, всяких камушек. Теперь мы опускаем ковш вниз.
А нет, ты вверх нажмал. Опускаем вниз. И жму кнопку ехать вперед. Интересно, что сейчас будет. Ай, назад. Теперь... Это видно было? Он собрал камни. Теперь я поднимаю вверх ковш. И смотрите, все получилось. Он собрал камни. Слушай, почему в моем детстве не было таких игрушек? Вообще, я когда раньше ходил возле полок вот этих магазинов детских и видел вот эти машинки GCB, я думал, что это такое? Типа, ну непонятные просто какие-то машинки. А они на самом деле очень функциональные. Теперь смотрите, мы подняли и разгрузили ковш, то есть рукой. Вот, потом мы опять же опускаем ковшик и можем повторить. Надо просто запомнить кнопку жали, когда вы, то есть один раз нажатие, он едет вперед, вот, второе нажатие, он едет назад. Ай, давай вперед. И он прям, и он очень резко ускоряется. А интересно, насколько у него это крепкий ковш? Давайте вверх поднимем. Давайте накидаем сюда всякого. Так, сейчас накидаю сюда всякого. Ну, слушайте, он держит, а эти штуки достаточно тяжелые. Так, и теперь мы жмем опустить ковш. Так, это наверх. А теперь наверх. Нет, я никогда не устану это делать. Ну-ка, вниз. Не, вообще крутая штука. Так, ладно, с погрузчиком мы разобрались. Погрузчик офигенный. Мне интересно, как эскалатором получится вот так черпать прямо эти штучки из банки, к примеру, да? Давайте мы сначала все-таки распакуем наш самосвальчик. Приступаю к распаковке самосвала. А у нас все готово. JCB самосвал, причем огромный. Он мне напоминает чем-то БелАЗ, но на самом деле это прямо их фирма. То есть, видите. И опять же по управлению. Здесь у нас по классике несколько клавиш. Первая центральная клавиша — это мы едем вперед. Жмем назад, он едет назад. То есть еще раз. Чтобы прекратить ехать, жмем клавишу сигнала. И он сигналит. То есть, если вы хотите нажать стоп, то жмите на клавишу квадратную. Это означает сделать сигнал, и он остановится. Или же он будет ехать, но едет он где-то несколько секунд. И также самая приколюха — это клавиша. Вот здесь уже понятно, видите, здесь треугольничек смотрит наверх один. Так, наверх, это получается, он, наверное, сейчас поднимет его. И он даже как будто он трясет его. Как будто бы он что-то вытряхает оттуда, чтобы все до последней капли вытряхнулось. А, и замирает. Теперь жму на другой треугольник. И что происходит? Ай, я промазал. Извиняюсь, стой. Так, теперь жмем вниз. Слушай, ну это вообще красота. То есть теперь мы сможем загрузить самосвал наш. Так, давайте поднимем. Так, ковш. Ковш поднимай. Поднимаю ковш. Насыпаю сюда разного. Всяких игрушечек ваших. То есть вы можете сюда насыпать все что угодно. Потом по высоте не подходит, смотрите. А если задом, то нормально, да, вот так. Но не, все равно по высоте не подходит. Эх, печально. Вот чуть-чуть бы повыше его. Так, но в любом случае, смотрите, что мы можем сделать. Мы можем вот так подъехать и нажмать разгрузиться. И он у нас полностью все выгрузил. Теперь мы на самосвале поехали. Ну, давайте продемонстрирую, как он едет. Это он с грузом едет, груженый. Он прям долго едет. У него привод передний. Здесь передний привод, здесь ведущие колеса. Если у нас у погрузчика были задние колеса ведущие, здесь передние. И теперь еще раз жмем, и сейчас он поедет назад. Плюсы. Плюсы, что очень плотный пластик, прям классный, серьезно, то есть его приятно трогать. И теперь давайте устроим ему разгрузку. Жму наверх. Это приколюха. Вот это приколюха, друзья. Ну вы поняли, что самосвал топчик. Так, оператор, извини. Тебе придется немножко убраться. Так, ладно, пока мы с оператором убираемся,
Знаете, что я сейчас буду делать? Я сейчас опущу наш ковшик. Опускаю. А, нет, наоборот. Не ту кнопку. А у нас все готово. JCB-экскаватор к бою готов. Смотрите, у него есть еще маленький скребер, так сказать. По-моему, это скребер называется. Кто знает, как это правильно называется. И он двигается. То есть его можно напустить вниз или вверх. То есть, к примеру, мы можем те же самые наши камушки ими почистить. Обычно такую штуку используют, чтобы дороги зимой чистить. Вот, к примеру, смотрите, я положу камушки и жму ехать вперед. И он сейчас поедет и их снесет. Так, только вот мне неудобно то, что вы видите кнопки, я не вижу. Опа, чик, жму на кнопочку, и он сейчас поедет. Он очень резвый, он аж буксует. Вообще, слушай, я не могу. И еще у него приколюшка то, что у него двигается сама кабина. Видите, то есть можно спокойно, к примеру, если вот вы играете с другом, то есть он, к примеру, подъехал на самосвале, и вы такие хоп-хоп, и там самосвал подъезжает. Здравствуйте, можно меня нагрузить? Конечно. О, здесь по высоте подходит практически. Он загрузил. Можно самосвал, кстати, захватить лапой. Давайте мы это проверим. Так, кнопочка вниз где? Вот она. Давайте попробуем. Я видел, кстати, что так иногда их возят. Они кладут ковш сюда и вот так едут, и их буксируют. Все. Он захватился за нас. Нет, свернулся. Теперь давайте вниз, то есть вверх. Давай. Вот ему тяжело почему-то. Я думаю, что батарейки подсели, ему тяжеловато. Возможно, надо батарейки заменить. Теперь вниз. Вот вниз он, кстати, хорошо прям опускается. Прям. Видите, опа, свернулся. И, ну и, конечно же, как он ездит. Ездит он суперски. Так, нижняя кнопочка. Опа. О, задняя скорость пошла. Блин, мы буксуем как. Теперь вперед. И можно управлять вот так. Слушай, я жонглер. Интересно, я смогу справиться со всеми ими? С тремя, чтобы они ездили. Вот. В общем, вообще супер. То есть мы двигаемся красивенько. Так, скребер я подниму повыше. Вот он в конце прям вытягивает, видите, вот в конце его вытягивает. Интересно, что будет, если ковшом двигаться самому. А, он такой, знаете, как пружинистый. То есть здесь как будто бы резиночки какие-то внутри. Я не знаю, из чего это сделано. Производители, напишите в комментариях, как вы это сделали. То есть он прям, он пружинит, видите. То есть он не ломается, ничего ему не будет. И колеса то же самое. Если вы хотите просто, видите, поездить вот так, тоже ничего не будет. Вы можете вот так кататься. Потом, если вам надоело рукой возить, жмите на кнопочку. И он от вас уезжает. Интересно устроить гонки. Кто из них самый быстрый? Нам нужен датчик скорости. А интересно, правда, самосвал сможет это повезти? Ну-ка. Сейчас проверим. Легко. Теперь вперед. И у него самое интересное, что тоже горят фары. Вы обратили внимание? А у экскаватора горят? А, у него горит сверху. Так, а у погрузчика горит... А, горят фары. Странно, что у погрузчика верхний огонечек не горит. Вот хотелось бы, чтобы сверху горело. Ну что, давайте разыграем сценку какую-нибудь. Я даже не знаю, какую сценку нам нужно разыграть. Обычно... Вот у нас какая-то эта подборка странная. Вообще, у этой же фирмы, вы можете посмотреть по ссылке в описании, есть и башенные краны, и там трактора всевозможные, и другого вида самосвалы, там много всего есть. У меня именно вот такие три вида. Но, к сожалению, вот минус, что мы не сможем вот их прямо с земли поднять. Так, стоп. Вот хотелось бы, конечно, чтобы с земли можно было поднять. Вот, типа, я грибу. Опа. Нет, не получается. Не, надо вот так опустить. Может быть, вот так? Да, интересно, что будет, если ему насыпать камушек туда. Ну-ка. Вот я ему насыпал камушков всяких разных прикольных. Сюда в ковшик. Так, проводим тест. Тест вверх. Давай! Не хватило у него силы. Я поменял батарейки, давайте проверим, будет результат.
Она все равно медленно это делает. Ну, выкидывает. Получилось, все. Слушайте, выкидывает. Приколюха. Да. А, не получилось. Обидно, друзья, обидно, да, чуть-чуть. Чуть-чуть не фартануло. Ну ладно, мы представим себе, что экскаватор загрузил наш самосвалиус. И самосвал поехал по делам. Куда он там ехал? Опа, опа, назад поехал. А потом вперед. Вау! Вау! И он прям буксует. Он едет, 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 приехал на точку разгрузки, жмет разгрузиться. Опа. Разгрузка сейчас пойдет. Мы готовы. Ой, не то. Я не на ту я не на те кнопки постоянно жму. Так, все. Наш самосвал разгрузился. Мы ему сложили. И он поехал дальше. Все, пока, самосвал. До свидания. Самосвал-то. И теперь приехал наш погрузчик, и он готов загружаться. Ай, не в ту сторону. Загрузился. Так, теперь поднимаем вверх. Слушай, а он набрал такой большой ков себе. Смотри, полный всего. И теперь мы, к примеру, там поездили по стройке, их привезли все это дело в самосвал поменьше. Опять же, подняли его. Его можно разгружать прямо вот так. Поднимается верхняя часть, и у нас все дело высыпается. Тут у нас что-то большое зависло. Оп, все. Кот напал! Давайте попробуем его прокатить. Смотрите, он безопасный. Видите, он его не может раздавить. То есть кота он раздавить не может. Ну-ка, вперед. Ну-ка. То есть достаточно безопасно, видите, он даже кота не смог раздавить. Да. Знаете, смотрите, ему интересно. Смоки, хочешь покататься? Я думаю, что можно реально на нем кошек катать. Ну, маленьких. Не, маленьких собачек. Маленьких собачек, да, точно. Смоки, пойдешь? Смотри, Смоки, смотри, что умеет. О, он так смотрит. О, он начал играться. Он начал играться. Так, теперь вниз. Смоки, что-то там забыл. Залезай. Это, знаете, из фильма, когда каких-нибудь больших этих, там, Годзиллу там, или кого-нибудь берут. Вот это про него. Ну что ж, друзья, я буду с вами прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне больше всего понравился самосвал, потому что я водитель грузовика, у меня есть права категория С. Вообще отличная штука. Я бы на таком хотел бы покататься в реальной жизни. А мы отправляем наши машинки в музей поле игрушек закупочных. Да. Все, погнали. Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Пюре сбито напрочь. Офигительно. Всем пока.